Всем привет, ребят. Я сегодня посмотрел, короче, Соню Есьман. Ну, это такая блогерша такая вот классная. И, короче, ребят, я пришел к выводу. То, что мне вчера дали по хребту, я начал картавить. Ребят, давайте все-таки решимся, что, короче, я посмотрел ролики Сони Есьман, и, короче, я пришел к выводу, еще раз повторяю, что мне как бы она рассказывала, как стать успешным блогером, вот, и наговорила, что нужно, первое, это хорошая камера, второе, это интересный контент, и третье, это хорошее освещение, и вот. И, короче, она говорила, что нужно придумывать свое приветствие и прощание. Вот, ребят. И решил я, короче, снять ролик признание, что я признаю, что у меня не получается снимать ролики в YouTube. И, короче, давайте максимально репост этого видео сделаем. Потому что неприятно иметь такое маленькое количество подписчиков, потому что неинтересно мне очень вот так вот снимать ролики на YouTube, не мотивирует это меня как-то, вот. А завтра выйдет видео, как его назвать-то, ну, короче, про заброшку небольшую такую, вот. И все. Ну, а с вами был Данька. Всем пока-пока, ребята. На самом деле я не картавый, я просто притворялся специально для видео.